Салют, друзья, с вами Док Браун. Мы продолжаем проходить The Evil Within, и что я могу сказать? Ну что, вы готовы к ужасу, боли и страданиям, которые нас, судя по всему, сейчас ожидают? Я хотел было отдохнуть, а только что после стрима Dark Souls 2, но подумал, что нет, надо. Так, осталась одна. Совершенно верно. Пожалуйста, пусть там будет спокойно и куча патронов. Чекпоинт. Я ожидал увидеть босса, если честно. Хотя, если честно, я очень этого не хочу, ибо из снарядов у меня ничего нету. Я практически голый здесь сейчас. Подожди, надо же как-то... Ладно, нафиг. Тянуть не получается. Что у меня? У меня... Ружье пустое, на пистолете 4 патрона. А, у меня еще винтовка есть, на винтовке. Но с винтовки стрелять на близкие дистанции, это, по-моему, вообще... Ебона мать! Что за хрень? Угадайте, что сейчас будет. Ну забей! Постучи сильнее. Отлично. Просто отлично. Окей. И что я должен теперь с этим делать? Я пойду обратно. А, ну да, конечно. Угу. Так я и пошел обратно. Слушай, что это за рычаг? Ну, ладно, пофиг. Рычаг явно не работает. Так, блин. Сука, мудак с головой странной. Отличненько. Угу. Ага. Окей. Так. Попытка номер 3. Все напряглись. Сделали большой глубокий вдох. И приготовились, как я уже говорил, страдать. По голове громче стучи. Сейфообразный ты наш. Так. Лево, право, лево, лево. Так, я... Понял, да, да срежь ты эту хрень. Фигня, фигня, сейчас сделаем. Чё ты не можешь на эту хрень залезть, я не знаю. Жесть. 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 Для тех, кто не знает, это не просто статуи. Это кое-что очень интересное. Прямиком из средневековья. Беги, глупец! А! Так? А чекпоинт мне дадут? Лизли, ты в безопасности. Где Кит? Кит. Kidman? Is she here too? Kid. Kid. Is she all right? Да он псих. Чё ты? Понты, что ты с ним разговариваешь? А перед тем, как я открою, можно я тут освоюсь, а? Так, смотрим.
Смотрим, что тут у нас. Тут у нас нифига. А нет, ты смотри, какая приятность, однако, а. Окей. Один патрон. Лесли, заткнись, твою мать. Вот так, и взять, все. Укомплектовались. Так, ну слушай, я уже хоть чуть-чуть с патронами, это... Ой, блин. Так, ладно. Я отсюда пришел или я тут? Откуда я вообще? Ладно, пофигу. Так, это надо крутить. Давай. Ну забей, ну почти... Лесли! Сукин ты сын, Лесли. Ну вот нахрена тебе нужен этот псих больной? Вот почему опытный детектив постоянно пытается спасти задницу ненормального ублюдка? Супер! Постучи погромче. Стукай громче. Ага, нифига, закрыто. Закрыто! Нифига себе, понял, не поможет. А что он бросил? Эй, дай пройти. Давай, иди сюда. На свои же, давай. Ну же. А если ты по ним... А ему нифига! А ему нифига! Ай, больно же! Давай, иди сюда. Сейчас я буду по этой фигне стрелять. Должно помочь, надеюсь. Нет, не поможет. Охренеть. Что делать? Куда идти? Закрыто. Здрасте. Вообще мега. И последний удар. Просто по мозгам. На, и все. Ауч. Как задолбало все это уже, а? Вот такие моменты, блин, заставляют ненавидеть интересные игры. Туда! Патроны бережем. Патроны бережем. Так, окей, все, окей, да, все норм, знаем. Пошел газ. Теперь мы идем сюда. Газ надо отключить. О, ребят, я не знаю, я, может быть, без монтажа эту серию пущу, так, чтобы вы все прочувствовали, всю боль, все то отчаяние. А может быть, я вас пожалею. Я еще не решил. Так, шприц. Шприц целый, окей, ладно.
А сейчас... И давай крути сразу, давай, 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 блин, гад, ты такой, крути, слабак, бегать не можешь, крутить не можешь, бегать вообще бьешь слабо. Отходи! Yes. Отходи! В задницу, нафарширую. Хорош. Вот эту фигню мы уберем. Ты, я ж надеюсь, ты не против, да? Очень надеюсь, что ты не против. А то мне тут еще все-таки ходить. И не раз, судя по всему. Нафиг, внутрь. Закрываем. Так, до свидания. Всех благ, как говорится. Все наилучшего, с наилучшими пожеланиями от Дока Брауна. Да. Жесть какая-то происходит, вообще отстой. Давай. Ты же пока 30 раз не умрешь, ты же не поймешь, что и как делать. Давай, давай, крути эту муть, крути ее. Я, фу, пакость, блин, ну серьезно, уже который раз смотрю, все равно, блин, противно. А. Отходим, отходим. Если честно, меня тоже очень интересует вопрос, почему ты не дохнешь? Отходи! Блин, попал. Твою налево. Нифига себе он меня вмазал. Покеда, урод. Сейчас мы вот это разберем по-быстрому. Давай. Тут... Они появляются тут. Как хотят, так и появляются. Да елки-шпалки. Так. Патроны, отлично. Заряжай. Заряжай. Цель вынести урода. Цель вынести всех уродов. Угу. Не поможет, чувак. Не поможет. Не поможет. Так, я-то знаю, что тут эта муть лежит. Да, да, спасибо. Не кстати мне сейчас объяснение читать. А, беги! Покеда, урод. Быстро сюда. И крути, быра. Быстро закручивай эту всю фигню. Задолбали, уроды. Появляется где-то. Отлично. Давай, где ты там? Вниз, окей. Пошли вниз. Да ё-моё! Не трожь меня! Закрывайся! Нервов не хватает. Нервов разработчиков хочется просто избить, убить всех разработчиков. Кошмар. Чекпоинт. Все, ребята, мы засейвились.
серия, я, наверное, вас все-таки пожалею, я это все не буду оставлять. Но вот это чекпоинт, я пошел отдыхать. Хватит, я просто, у меня все нервы кончились на этом уровне, я просто уже не могу. Поэтому я вас пожалею, я вырежу все те падения, которые вот это у меня были. И, короче, мы в следующий раз продолжим с этого же места. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Господи, все как всегда. Удачи, ребята, и до новых встреч. Пока-пока.